Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. Сегодня мы пройдемся по пляжу города Судак. Покажу вам море на закате. Это очень круто, друзья. Красивейшая природа, красивейшая бухта Судака. Невозможно передать просто никакими словами. В общем, смотрите все сами, друзья. Посмотрите, какой сегодня закат шикарный. Какое море спокойненькое. Супер. Пройдемся по пляжу, посмотрим, что там. На пляже даже практически уже нет людей. Пляжи, конечно, пустуют. Некоторые вон купаются. Трое человек. Но водичка уже, друзья, 16 градусов. Ну, холодный, ветерок еще прохладный. Видно, что это не местные, приехали отдыхать, скорее всего. Потому что местных даже на пляже нет. Вот такое морько. Даже не буду накладывать музыку, чтобы вы послушали шум моря, вспомнили, как отдыхали здесь. Шикарно просто. Погодка замечательная. Ой! Набережной, конечно. Уже тоже мало людей на набережной. Пляж вообще пустой. Вспомните, как здесь было летом. Здесь шезлонги стояли прямо до сюда, до моря. Было очень много людей. Сейчас все, пустота, спокойствие. В то время, когда нужно выходить, наслаждаться природой, дышать свежим воздухом, морским, он лечебный, пропитан йодом. В общем, друзья, вот такая замечательная погодка. Сегодня 13 октября в Судаке. Мой вам свет, не сидите дома. Очень круто. Все, друзья, будем с вами прощаться. Завтра выйдет крутейший ролик с Белой скалы, с Белогорска. Поэтому красная кнопочка вот здесь, подписывайтесь, чтобы не пропустить его. Он тоже получился экстремальным. Там чуть не упали, друзья. В общем, будет весело, если вы посмотрите. Этот ролик прошу поддержать большим пальцем вверх. Обязательно подписывайтесь на канал. С вами был Александр Михаленко. Встретимся уже завтра в новом видеоролике. Всем пока!